Караганде на ремонт первой и третьей теплоэлектростанции в этом году потратят свыше 3,5 миллиардов тенге. На эти средства приведут в порядок 16 котлов и 10 турбин. Марина Золотарева побывала на ТЭЦ-3 и расскажет о ходе ремонтной кампании. ТЭЦ-3 обеспечивает Караганду электроэнергией, а в зимний период – теплоснабжением. Станция работает в круглосуточном режиме даже сейчас, когда часть оборудования находится в ремонте. Модернизируют не только котлы и турбины, приводят в порядок бульдозерные тепловозные парки, башенную градирню. Компания выполняет также очень важный проект для ТЭЦ-3 – это наращивание дамбы «Золотвал» номер 2, третьей секции, которая позволит продлить срок эксплуатации и работу. У нас «Золотвал» состоит из 3 секций. Сейчас работает 1-2 секция, готовится именно 3 секция, чтобы перейти уже плавно перейти на работу 3 секции, чтобы без остановок, без каких-то перерывов было. Станция служит городу и области уже больше 40 лет. Несмотря на ежегодный ремонт, изношенность оборудования составляет 45%. В этом году на ТЭЦ-3 запланирован капитальный ремонт 2 котлов и 1 турбины. В отличие от ТЭЦ-3, ТЭЦ-1 работает только в отопительный период. Там энергетики отремонтируют все основное оборудование. Это 8 котлов и 4 турбины. После завершения ремонтной кампании обе станции пройдут проверку и получат паспорта готовности к отопительному сезону. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Асета Саинов, Караганда, Хабар 24.